Всем привет на моем 22-м стриме. Мы продолжаем проходить игру Pokemon FireRed. Это уже третий стрим по ней. И, к сожалению, предыдущий стрим закончился совершенно внезапно, на самом интересном месте, поскольку у меня просто выключили интернет. И не на полсекунды там, а на целых 20 минут. Вот. Напоминаю, что было в предыдущей части. Я поймал Одиша и прокачал его достаточно, чтобы пройти стадион в Цирулине, победить Мисти. И победил как раз таки ее Старми. Вот, и на этом все прервалось. И Пиджи получил целых два уровня, потому что ему подфартило в конце добить эту Старми. И вот, я сделал сейф стейт и продолжаем с этого же самого момента. Вот, получил водяной значок Мисти. 2100 рублей. Что такое? Пиджи эволюционирует. Ну, наконец-то. Дождался. О, великолепно, твой Пиджи эволюционировал в Пиджота. Ну все, теперь круто. А с водяным значком все покемоны до 30 уровня будут тебя слушаться. Но это не все. Твои покемоны смогут использовать разрубание вне боя. Ты сможешь срубать небольшие деревья и открывать новые тропы. А еще возьми мой любимый ТМ. ТМ-03. ТМ-03 содержит дрожь воды. Используй ее на водяном покемоне. Но у меня нет водяных покемонов пока. Поэтому... Но вот насчет разрубания... Так... Тут было много чего. Но я не могу вернуться на самую первую карту. Там было... Сейчас посмотрим, может тут есть... Вот. Так. Похоже, это деревце можно срубить. Ну так, срубай. Или что надо сделать? Привет, Торыч! Так, сумка. А как мне это срубить-то теперь? Или надо как-то покемона выбрать? Ой, они же еще в ауте все, ладно, пойду в покецентр. Я забыл. Покемоном. Так, посмотрим, как разрубание действует. Так, да, срубить можно, хорошо, как? Так, вещи можно отметить для быстрого использования. Так, билет. Контейнер. Так, нет, это... Вот это дрожь воды. Направить на врага трясущийся поток. Вода врага можно запугать. Нет, значит надо как-то через меню покемона, наверное. Ну, допустим, я не знаю, там... Эконс, и чё? Выбраться из пещеры, у него есть способность подкоп. Так. У этих ничего. И... Я так и не понял тогда. А, ему надо дать вещь, наверное, вот, например, Одишу. Не, читать не я ведь написал, чему она срубить. Наверное, надо вещь дать. Или нет? Так. Антижоп. Не. В активном вроде слоте должен быть покемон. Ну, в смысле, у меня в активном слоте покемон, вон Одиш валяется. Но...
Я так понимаю, но нужен каменный, наверное, покемон. Наверное, без каменного покемона делать нечего. Кстати, надо сохраниться официально. Ну, нет, ну у меня-то ни у кого нет такого. Только у... У меня только у Эконса есть подкоп, но это же не то. Сместить. Это не используется здесь. Да, пиши ГГ, уходи. Дремлет. Повиновение покемон зависит от тренерских способностей, ну да. Так, ладно, значит мне нужно каменного ловить, а я всех каменных профукал. Когда пещеру лунную шел без покеболов. И вернуться назад я не могу тоже. Ну ладно, тогда придется идти. А, стоп, а куда дальше? А там было куда дальше-то идти? Что-то я уже не помню. Там был этот дом Билла. Сейчас посмотрим. Так. А, ну да, тут, наверное, что-то есть. Или нет? А, или нет? Странно. Не поверишь, сейчас три прошел супер. Посмотрим, но он... прошел таки и не на стрим. Ну, не знаю. Ты ж вроде давно стримишь уже, не должен был волноваться. Ну, чисто не должно было влиять то, что именно стрим. Так, получается, я сейчас даже не знаю, что делать. Интересно. Ну, тут тупик. Ну, можно потренить Эконса. Тут подкоп. Плохой советчик покемонов, но я других на СК2 не жду. Пека-пека. А, ну да, это же, сейчас скажешь, опять что-то претендовал. Чё, не знаю, что делать, идём фармить 99 левел, ну да. А, ну да, точно, это же ядовито, неэффективно. Я немножко еще не привык, вот, думать в этом плане, вот, стратегии вот это. Так, ну давай, взрывайся. А почему этот дикий не взрывается? А, он, наверное, не выучил еще, потому что. Так, ну хоть 11 возьмет? Нет. Надо хотя бы до 11 дофармить. Один бой, все. Фиру, ну, кстати, я, наверное, сольет. Эконс мой. Подкоп. А, подкоп вообще, наверное, промахнется, потому что он же летает, Фира. Он не ты, он не умеет на дно прорываться. А, неуязвим, ну да, ну я так и понял. Жало. Слабенько. Зато, может быть, отравлю. Жало. Отравил. Логика в играх. Захват. А, он, наверное, не сможет захват. Ну, в общем, Эконс против летающего это вообще дно. А, нет. Смог. Ну тогда добью. Давай еще жало. Атаку снизим. Ну давай уже, валяйся.
Ну и все, жало и готов. Пошел на четвертую попытку. Ну давай, дать. О, я конец 11 уровня. Так, что ты скажешь? Собираешь энциклопедию покемонов? Забавно. Ну ладно, я с этими говорил всеми. Что же мне делать тогда? Мне нужно это деревце по-любому разрубить. Вот у меня есть карта. Сейчас, карта. Использовать. Вот. И мне нужно либо вниз. А, так. Целадон. Вот, мне по идее вермиллион надо. А значит, мне нужно, скорее всего, вниз. А вниз там деревце. Стоп, а справа что? А справа... А, я справа-то... А, все, понятно. Понятно. Там же точно даже был проход. Так, стоп, а у меня есть покеболы? Нету ни одного покебола. Я пошел туда закуплюсь. И вообще надо там потратить. Надо, в общем, все деньги тратить всегда, я так понял. Так. О, почти 10 тысяч покеболов. Ну давай штук. Да больше. 10 штук сразу. Че, мелочиться-то? 2000 рублей, да. Суперзелье. 4 штуки. 2800, да. А, обычное зелье. 10 штук. А, ну и все. А это у меня есть хоть один? Ладно, не, я думаю, мне это не надо. Отмена. Чтоб я не все деньги потратил. Ну ладно, не буду жадничать. Точнее, ну, в общем, наоборот, разбрасываться деньгами. Я думаю, мне хватит этого до следующего магазина. Так, тут была вроде как развилка даже, да? А-а-а. Тут деревце. Ну вот. А, таким образом я обошел это деревце. И иду в Вермиллион. Так, куда мне пойти? Ну-ка по центру пойду. Почему не напал никто? Это... О, не, в тот дом по-любому надо. Так, не торопись. А, я управляющий этого покемон-санатория. Хочешь оставить здесь своего покемона? А зачем? Давай. А, какого покемона развивать? Эконса. Слабак что-то. Хорошо, Эконс пока побудет у меня. Возвращайся позже. А, я могу здесь другого взять, вот через твой комп? О, пока Билла. Забрать покемона. Первый левел пройден. А, так ты не на стрим играешь или на стрим? Что-то я не понял. Ну, вряд ли, если на стрим бы ты писал бы, наверное, сюда. Я думаю, наверное, вообще никого не буду брать. Сейчас поймаю следующего. Так, выйти, да, выйти. Интересно, есть человек, который реально вкачал себе покемон с 99 левел? А в чем проблема? Ну, в смысле, ты просто не ставишь себе цель пройти игру.
Да, ставишь цель просто качать. Ну пусть на это уйдет год там. Ну знаешь так, там с работы едешь, качаешь. Ну это же портативная игра, да? А, не на стрим. То есть это же портативная консоль. Ну тонны, я знаю. По-моему, 150 было в первой части. И что, ну как бы... Я говорю, знаешь, так чисто, когда свободное время есть, потренил, потренил, все, отложил. Вполне. Так, подземный тоннель от Церулина до Вермилиона. Не, подземный. Подожди. Так, тут ничего. В оригинальной 150 штук, а здесь, по-моему, больше. Это же типа ремейк. Я стою на посту. Как же хочется пить. Извини, дорога закрыта. Я тебе что, воду должен носить? А, не понял, почему дорога закрыта? Что за прикол такой? Ну ладно, пойду подземный тоннель. Привет, у тебя есть Нидоран? Не хочешь поменять на Нид... А, ну типа пацана на девчонку Нидорана? Да, да нет, а чем? Жаль. А какого у тебя он уровня? Не, я не буду менять всех покемонов, вряд ли. Подземный тоннель. И что тут? Даже не нападает никто. Какая интересная локация. Люди часто теряют свои вещи в темноте подземного тоннеля. Ты что, хочешь сказать, я потерял какие-то вещи? Покеболов 10. Не, у меня все на месте. Так. И где я сейчас нахожусь? Я стою на пост... А, так, понятно. Я бы всё обошел это. А, или мне там намекали, что я что-то не нашел в этом тоннеле. Ну, там же вроде вообще было прямое. Там нечего было искать. Здесь почти нет жуков. Опять жуколов. Фейго. Видл. Видло до 16 уровня натренировал, и он не эволюционировал. Выпад. Супер эффективно. Ну да, выпад еще раз. Добивай. Так, еще есть что-нибудь? Катерпи. Да нет, зачем менять? Пусть качается Нидоран. Выпад. Оп, ваншот. Еще один видел. Да ладно, пусть Нидоран тогда уже прокачивается. Выпад. Сойдет. Выпад. Одними выпадами, в общем, всех троих покемонов порешал. И Нидоран 16 уровня. Нет, ты шутишь. Ты что хотел червяками своими? О, что такое? Нидоран эволюционирует. А в кого, я даже не помню. Второй вроде. Привет, хоббит. О, это кто? Великолепно, твой Нидоран эволюционировал в Нидорина. Ветр протер тер 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 тер.
Ой, ты знаешь, Хоббит, я забыл эту энциклопедию покемонов найти. Просто вылетело из головы. Причем это уже третья серия. Кто здесь? Не подслушивай. Не, плохо, что они это не показывают сразу. Не, ну я когда бы ловлю, я это читаю, но как бы я же еще не всех поймал. Но буду стараться максимально ловить. О, ну-ка, что он новое что-то выучил? Нет. Ну, наверное, сильнее атаки стали. Выпад. Сквиртл 20 уровня, кстати, я только сейчас заметил. Два пинка. Сквиртл сильный. Ладно, не, давай кто-нибудь другой уже выйдет. Так, Одиш явно не... А, хотя Одиш-то да, кстати. Он же против водных. Дренаж. Замирает от страха. Дренаж. Дренаж. Отлично. Побеждён. Снова я проиграл. 400 рублей, неплохо. А ты? Прошу прощения, это личный разговор. Сразу нападает. Нэнси. Ратата. 16 уровня. Ну пусть Нидорина тренится дальше. Не, хотя надо Одиша еще вкачивать. Пусть там тоже эволюционирует хотя бы не раз. А, не, у меня же Тата еще есть, точно. Как раз таки Ратата и Ратата. И оба 16 уровень. А, нет, у меня 15. Ну, посмотрим. О. Нет, не посмотрим. Так. Ладно, Пиджота. Я же, кстати, Пиджота еще не пробовал. В бою. Вихрь. Нормально. И еще вихрь. Так. Пикачу? Так, заменить? Нет. Третий уже пройден. А сколько там все уровней? 5 или 6? Так. Ну давай попробуй быстрый удар. Ух ты ж. Парализует. Вихрь могу? Ловкость возросла. Не может пошевелиться. Кто-то говорил, что паралич не наносит особо это. Не тормозит персонажа. На прошлом стриме. Он не могу ничего сделать. Так, давай, Нидорина. Выпад. Промахивается. Да, он этот шустрый Пикачу. Два пинка сможешь? Отлично. Даже второй пинок не понадобился. Ой, я проиграла.
Ну и все, и разговаривайте, сидите. Я тебя раньше здесь не видел. Итак, Alien Butterfree. Так, против Butterfree. А пускай Чермилион еще прокачается. Так, про мафию с ультразвуком. Ну-ка, давай-ка угли. Сжечь насекомых. Еще угли. О, все. Баттерфри, причем 20 уровня, неплохо. Не дави на 17 уровня. Совсем неплохо. Надо на основную эту поставить другого кого-нибудь. На основной слот. Одиша, наверное. Нет, Ратата, 15-го что-то вообще слабый. Да. И надо его вылечить уже. Так. Суперзелье. А, не, у него всего 3-4 здоровья, пусть обычное зелье жрет. Так. Далее. Антипаралич. Целых 2 парализовано. Так. Еще антипаралич. И еще можно дать зелье Пиджиота. Вот так вот. Так, что тут? Ничего. Ну давайте. Я? Хорошо, давай сразимся. А, то есть это я предлагаю бой. Ну вот. Изабелла. Пиджи? Ну, гиперукус. Неплохо. Быстрый удар. Четвертый пройден. И типа без смертей, да? Так, заменить? Да нет. Хотя да. Пусть Пиджиота выходит. А ты опять Пиджи? Ты чё, Вихрь? Так, быстрый удар. Готов. Не, ну какая-то она не очень. Зачем ей 2 Пиджи? Ну это же как-то... Еще 3 Пиджи. Да, заменить, пусть все подерутся. Ой. Нет, Одиш против не очень будет, наверное. Ну пусть Ратата. А, да, Ратата же уже дрался. Ну ладно, пусть еще качается, он самый слабый. Гиперукус. Так, быстрый удар. Ратата 16 уровня. Моя тактика не работает. Так, ну давай ты. Что? Ты хочешь поболтать? Поболтать? Это он так тебя называет? Джефф. Спиру. Нет, менять придется. Против Спиру пойдет Чермилион.
Так, атака снизилась, это ерунда. Нет, ладно, мега коготь. Ну, я думаю, еще один раз, и потом еще останется у него чуть жизни. Мега коготь. Но мне пока еще урон не нанес. Что-то снижает атаки там, а я восстанавливаю атаку. Когти. Так. Эротикейт. Да, заменить. Нидорина пойдет, наверное. Так, эротикейт. Два пинка. Ого, нормально. Что за невезение? Я не смог тебя победить. Пошли дальше. И мы в Вермиллионе. А что это за дом без дверей, мне интересно? Вермиллион Сити, порт красочных закатов. Я собираюсь построить дом на этом участке. Мой покемон уплотняет почву, чтобы можно было заложить фундамент. Гох, го-го-гох. Утрамбовывает землю, мочок. Так. Вильнюсская гавань. Так, гавань потом. Внимание! Путь номер 12 может быть перекрыт спящим покемоном. Обход через горный тоннель до Лавендертауна. Полиция Вермиллиона. Пещера Диглетов. Так, потом. Ладно, пойдем обратно в город. В маркете нам не надо ничего, я там не так много потратил. Привет, у тебя есть Спиру? Хочешь обменять его на моего Фарфетчеда? Вообще-то да, Фарфетчед прикольно. Но только он у меня... он у меня, надо его из компа вытащить, подожди, жаль. У тебя есть комп? Это комп? Мультик про покемонов, эту серию уже показывали. Надо найти комп тогда. В покецентре есть. А это что? Это такой... нет, это не покецентр. А, клуб любителей покемонов. Сиил. Я обожаю моего маленького Сиила. Он кричит ко, когда я его обнимаю. Я председатель этого клуба любителей покемонов. Я вырастил более сотни покемонов. Я так волнуюсь, когда разговор заходит о покемонах. Ты хочешь услышать мою историю? Ну давай, валяй. Хорошо, тогда слушай. Рапидаш, мой любимый покемон. Сильный, красивый, умный, плюс удивительный. Как ты думаешь? А, да. Это очень дружелюбный покемон. Его можно обнять, он не обжигает тех, кто ему нравится. Посмотри на часы. Я уже и так надолго тебя задержал. Спасибо за внимание. Прими от меня подарок. Флайер? Отнеси этот флайер в магазин велосипедов в Цирулине. Там за него тебе дадут велосипед бесплатно. О-о-о! Не волнуйся за меня, я могу и на Фиру полетать. Так что мне велосипед ни к чему. Надеюсь, тебе понравится кататься на велосипеде. Вообще круто. Ха, мой Пикачу вдвое симпатичнее того. Так, обязательно вернемся в этот... в Цирулин. Сейчас зайду сюда. Это Пиджи? Ага. Я хочу... переписываться со всеми. Я посылаю Пиджи в комнату Союза, чтобы он забирал мою почту.
Я хочу отправить моего Пиджа с письмом в Сафрон Сити. Так. И мы бежим обратно в Трилин, только... Вот, центр, да, сейчас. Еще вот этот дом. Я мастер рыболов, я обожаю рыбачить. Я жить не могу без рыбалки. Скажи, ты любишь рыбалку? Ну, допустим. Отлично, мне нравится твой стиль, думаю, мы поладим. Возьми это и рыбачь на здоровье. Ржавый крючок. Рыбалка — это образ жизни, это как искусство. Работай усердно, и рыбу огромную поймаешь ты. То есть я могу каким-то образом ловить водных покемонов, что ли? Или чего? Так. Сумка. А, типа у меня удочки еще нету, да? Только крючок. А где он хоть лежит-то? Во-первых, что такое флаер? Рекламный флаер. Его можно обменять не... А, это то есть это бумажка, да, флаер? Я просто вначале не знаю, что такое за слово. Проржавевший крючок для удочки. Используется для выловления диких покемонов из воды. Ну, понятно. А, нет, нормально. Покемон на крючке. Magikarp атакует. Magikarp это, конечно, вообще классный покемон. А, удочку привели как ржавый крючок. Так, кто же может послабее это ударить? Толчок, то он сейчас убьет его. О, ну да, не очень. Какая разница, я хочу поймать. Отметить это, я так понимаю. Ага. Так, сейчас. Надо на всякий случай сохраниться, а то вдруг какой-нибудь там Гиардос нападет еще, мало ли. Покемон на крючке. Опять этот Magikarp? И опять 5 уровня. Да кем же его ударить-то? Одишь, мне кажется. Что, так тяжело поймать? Одишь. Так. А, точно, Одишь усыпит же его и все. А, Гиардос вообще просто так не нападает. А, усыпление. Усыпление. Отлично. Так. Вообще, кажется, странно. Если я его поймал на удочку, что он еще там делать может? Ну, у Magikarp-а там атак, по-моему, нету, да? О, 5-й пройден. Молодец. То есть, как его качать, это вообще? Magikarp, рыбий покемон. Медлительный и вялый. Его по праву считают самым слабым в мире покемоном. Элюсивре Ревенджер, привет. Так... Что скажешь? Ты знаешь, что Святая Анна стоит в гавани? Ну да, уже догадался. Мы все следим за состоянием экологии, ведь в ядовитой грязи заводятся граймеры.
Так, мне нужно взять Фиру. Хорошо, что я его не стал качать. В конкретном случае, ну то есть, типа, ты намекаешь, что тяжелый случай, да, мой скилл. Ну, забрать. Команда укомплектована, подожди, кем укомплектована? А, я же Маджикарпа поймал. Так, Фиру двигать. Подожди. А, неудобно тут сделали, если честно. Надо вначале команда. Ну чё, Пиджота пусть отдыхает? Нет. Летающий нужен. Хочу попробовать карпа, ну чисто вот посмотреть хотя бы, что он там. Так, ну не знаю, или Ротата, нет, не хочу. Вот Нидорино, он эволюционировал уже, 17 уровень, пусть полежит пока. Так, двигать. Поместить. Забрать. Сейчас посмотрим. Так, где тут был, где мне предлагали фарфетч-то? Здесь, по-моему. Привет, у тебя есть Спиру? А, стоп, Спиру, а у меня Фиру? А, нет, у меня Спиру, все правильно. Спиро будет отправлен Элис. Пока Спиро. Графон. Элис присылает Чединг. Чединг? А почему не Фарфетч? Или это кличка? Позаботьтесь о Чединг. Спасибо. Так. Досье. Так, характер стойкий, получен при обмене. А где нормальное досье-то? А, наверное, в Покедексе. Так. Так, кто где ратата? Спиру. Так. Где он там? Где-то далеко. А, то есть у него кличка такая, понятно. Фарфетчд. Так, Фарфетчд. Утиный покемон. Его часто замечают с зажатым в клюве прутом, который Фарфетчд использует для постройки своего гнезда. Хорошо, звук игры потише сейчас сделаю. Так, нормально. Сейчас ссылку посмотрю, что ты там скинул. Гиардос. А, ну и что? Что там целая куча информации, что ты именно хотел сказать. Я знаю, как он выглядит, если ты про это. Так. А, когда Magikarp 20 уровня достигнет? Был кошмар. Ладно, так. А, поймать в этой игре? Именно вот, в Pokemon FireRed. Так, перезаписать, да.
Да не, ладно, я сейчас попробую, во-первых, Маджикарпом сразиться. С другим Маджикарпом. Так, при этом мне нужно его поставить. Пройдено, ну ты вообще затащил. Так. Сместить. Так, давай. Так, Маджикарп против Маджикарпа. Бой. Брызги. Ничего не произошло. Брызги. Вот эти биты. Ну ладно, он же уже себе опыт набрал, можно теперь кого-нибудь другого. Так. Так, кто у нас там? Ратата слабый. Да, накал страстей, ой-ой-ой. Интрига века. Всего 7 очков опыта? А, ну вообще да. Да ну не, надо с каким-нибудь сильным, просто сразу переключать его. Так, я возвращаюсь в Трулин. Так, тут кто обитает? Мяут? Прикольно. Мужикар по своему три движения будет конкретно это... Не делает вообще ничего. Так, какого там уровня Мяут? 10-го? Ну пусть Ратата попробует. Быстрый удар. Ничего себе там потратил. Мышь против кошки. Ну как видишь, нормально. Отлично, Мяут пойман. Мяут, кошачий покемон. Спит только днем. По ночам патрулирует свою территорию, ориентируясь с помощью светящихся глаз. Кличку, да нет. Чё, Мяут как, нормальный покемон? Надо будет потом затестить, наверное. Так. Зачем-то мне тут сказали, что типа вещи многие теряют, но я не вижу, чтобы что-то тут валялось. Или это так просто, чтоб было, фраза. А ты что говоришь? А, поменять чуть не до рана? Да не. А, тем более у меня уже не до рано. Он вроде пассивку имеет, типа, будет тебе вещи рандомно приносить. А-а-а. То есть если он у меня в команде, да, есть? Интересно, интересно. Ну, я-то сейчас посмотрю. Не, ну, Маджикарпа, конечно, прикольно качать, но... Не знаю. Итак, магазин велосипедов. У тебя есть наш флаер, держи свой велосипед. Отлично, велосипед за 1 000 000 рублей. Кладет в карман. До свидания. Сумка. Велосипед. Входной велосипед едет очень быстро. Так, и...
О! Так, и что, я могу теперь на эти холмики въезжать? Нет, а в чем смысл? Ну да, за 3-3 мы только до велика дошли, но я не тороплюсь. Ну, к тому же у меня стримы не такие большие, то есть я в сумме, по-моему, 7 часов играю. Пока освоился, пока то все как бы мне нормально. Да нет, вот обычно кнопку, которая бегает, я жму и ничего. Кнопку Б. А тоже. Так, это вообще справка. Это тоже справка. Ну не селект же? Нет. То есть смысл только быстрого передвижения? Я почему-то думал, что я на вот эти смогу забираться. На вот такие вот. В дом на велике заехал. Так, ну все вроде, да, можно идти. Так, подожди. Что я сделал? Что-то я не то сделал. Да. Надо каменного покемона поймать, а там есть пещера. Так, опять чуть не свалился. А, я хотел покемонов поменять. Да, точно, сейчас поменяю. Хорошо, тогда, наверное, его возьму в команду. А по атакам он как? Он там, по-моему, что, только царапает, да? В принципе-то. Пиджа. Вообще карп. Так. Ой, какой бой. Ничего себе, Пиджа 15 уровень, просто так валяется. Гиперукус. Ну да, я понял, что... Ну это 28, это неплохо так. Так, надо добить. Быстрый удар. Добил. Да рыба сейчас его размекрит. Мэджикарп так долго качается. За два боя он не прокачал даже один уровень, хотя он 5-го уровня. Вот это вот сюрприз. Он только пол 5-го уровня взял. Так. Наверное, все-таки с Маджикарпом придется это повременить. Вообще я не исключаю, что потом, может быть, устрою прокачку не на стрим. Ну, то есть между стримами чисто прокачка и все. Так. Ну, вихрь. Так, еще вихрь. Читерить? Почему читерить? Тут же читов вообще нету. Во, Маджикарп 6 уровня. А на каком уровне он Гиардос превратится? Я забыл, что там какой-то говорили 17 что ли, или что-то такое, да? Ну это кошмар. Надень у него Эксфер, и он качнется, но тогда в статах немного отстанет. Ну, у меня нет этой эксфер, да? Просто не знаю, как по-русски это, что это. Так.
Так, ну давай вылечим. А, ну у меня есть этот леденец, который один уровень увеличивает. Но что мне сейчас этот один уровень даст? Вообще смысла нету. Точно, я могу оставить Мэджикарпа в санатории. Вот. И пусть он там качается до конца игры. Так, двигать покемона. Так, команда. Что, говоришь, Farfetch не очень, да? Даже не стоит вообще ничего делать. А в кого он эволюционирует, Farfetch-то? А, нет, стоп. Это такое устройство, которое можно надеть на покемон, и он будет получать часть XP от битв, даже если он в них не будет участвовать. А, вон оно что. Так, ссылка, сейчас посмотрю. Угу. Понятно. Буду смотреть в этот тогда Pokédex. Спасибо. Так, ну ладно, Farfetch-то тогда оставлю. А, единственное, что мне нужно... Подожди, так. Оставить покемона. Потому что я сейчас заберу Экканса. А поставлю Маджикапа на прокачку, наверное. А потом, если уже тогда будет у меня там это устройство, тогда, может, возьму. Так, ну пока что это без разницы, кого оставить, я потом заберу, приду. Так. Санаторий у нас там вот сверху, да, вроде. Главное, пока в битвы особо не ввязываются. Да, хотя тут такие враги, что не важно. Почему поверху проход закрыт, я вообще не понял. Так, вот он, этот санаторий. Зачем-то он так вот отделен, непонятно. Так. Экканс хорошо развивается, да, очень хорошо. Посмотрим. Уровень твоего покемона вырос на 4. Неплохо. Здорово, правда? За услуги санатория заплати 500 рублей, да? Пожалуйста. Спасибо, вот твой покемон. Так. Оставить покемона, да. Так, какого покемона развивать? Рыбу. Хорошо, Маджикарп пока побудет у меня. Возвращайся позже. Так, Экканс прокачался, говоришь? 15 уровень, нормально. Выучил что-нибудь новое? Вряд ли, да, наверное? Так. Атаки, ну да. Он, наверное, там в санатории атаки-то не учит. Правильно, он лежит там. Длинный тоннель довольно-таки. Так, ну, да, попробуем там. Так, стоп. Попробовать хочу Мяута в бою. Пиджа.
Когти. Ну да, понятно, все, подрался мяут. Ратата. Гиперукус. Быстрый удар. Так, ну ладно, мяута надо качать, понятно. А плюс я пока не очень понял, против какого типа мяут силен. Да, полечим. И давай мне сюда обратно. Так, двигать. А, так. Стоп, да. Не ту кнопку нажал. Значит, во-первых, я забираю форфейс, наверное, все-таки тогда. Раз у меня место есть, я забыл, что у меня место-то есть. А, ну вот Пиджиота или Эконс, не знаю. Пятнадцатый уровень Эконс. Подкоп умеет. Не, надо Пиджиота качать по-любому. Ну пусть вот так как-то будет, наверное. А, или вообще Катерпи прокачать, чтобы Баттерфри был. Да не, ладно. Итак, кого поставить по умолчанию? А Мяут приносит, даже если он не первый стоит, да? Так. Ну ладно, Мяут самый слабый, пусть он и качается. Сохранить. Так, тут где-то была пещера. Стоп, где-то тут справа, да? Да. Так, у меня же велик есть. А тут что? Будильник? Нормально. Ну, еще подеремся-то. А или что-то? Чур не жульничать. Эдди. Эконс. 21 уровня. Так. Ну, давай-ка укус. Парализован? Да не очень. Хотя ладно, использую просто антипаралич. Опять что ли парализует? Да. Ну ладно, все равно его так и так надо было бы вылечить. Ну пусть Farfetch'd он покажет себя. Что за взгляд змеи? Да. Ну. Пусть он Charmeleon добьет. Не, ну и 21 уровень довольно сильный, понятно. Что, отравит еще, что ли? Мегапинок. Промахивается. Мегакоготь. Ну вот это уже что-то. Еще мегакоготь.
Так, ну и в когти. Чермиллион 22 уровня. А почему Ченнинг набирает с надбавкой? Не очень понял. Что? Так не бывает. Я недавно стал тренером, но я смогу победить. Ну, сомневаюсь. Дилон. Сэншу? 19 уровня? Ну не знаю, может ты сможешь. Так, ну явно не Мяутон. Одиш. Метка снизилась. Дренаж. Неплохо. Ну еще дренаж. Промахивается. Все равно дренаж. Я не понял, опять промахнулся и отвлекся. Дренаж. Все, что промахиваешься ты. Ну я понял, что он метко снизил, но все равно. О. Мяут 11 уровня. Так, зубат. Так, нет, наверное, пока что попробую, хоть это не очень подходит, но пускай чем-нибудь попробовать сделать. Усыпит пусть. Или зубат не подвержен усыплению. Блин, я просто помахнулся. Ну еще давай усыпи. Ну и пока ты спишь, можно дренаж. Так, дренаж. Опять паспорт спросили, когда сигареты покупал. Не брейся недели две, может не спросят. Психологический возраст 45 лет, а реальный? Так. Ра-та-та. Так, гиперукус. Ну, во-первых, некоторые люди просто не могут на глаз возраст определить, даже примерно. Ну, слишком примерно. Одиш 21 уровня. Дилан. Мои покемоны пали. Разве они недостаточно сильны? Пойду поем с горя. Что такое? Одиш эволюционирует. Ну, наконец-то... Слишком старый, слишком молод. Как там в песне «Too old to live, too young to die». Так. В Глум эволюционировал. Так, Глум, новые атаки это знают? А, во-первых, да, Глум. Так, какой это номер? Сейчас. Глум. Ага. Так тут все по-английски. Не, тут то, что мне ссылку дали, тут все по-английски. Я не на ходу переводить, мне не очень.
Ну, по крайней мере, качество не смогу это сделать. А, ну у меня, по идее, в покедексе должно быть написано GMI Pokemon. Так. Где он там? Вот, Глум. Глум, цветочный покемон. Его пестик источает ужасное зловоние. Этот запах может вызвать потерю сознания даже на расстоянии 1,25 мили. О, ареал. Так. Ну ладно. Неплохо. Так, а с тобой я не сражался? Напал кто-то. Опять-то. Не, Мяуджи там дохлый. Так. Ну пусть Клум, посмотрим, что там. Ну понятно, атаки-то не изменились, но возможно они усилились. Ну давай дренаж. Да, я думаю, усилились, потому что неэффективно, а потратила вполне. Так, кто еще там хочет попробовать? Ротата? Не, пусть он Чермиллион. А то он уже начинает отставать потихоньку. Угли. Отлично. Все набирают очков. Чуть-чуть. Я подготовил своих покемонов, они готовы к поединку, а мои уже устали. Дейв, давай, что-то, Нидоран. Так. Да не, конечно, какой мяут. Пусть он опять Чермиллион. Готовность, но сейчас ультанет. Мега коготь. Нормально. Да, что-то слабое. Критический удар был, называется. Два критических удара. Но все равно потратил не очень. Мега коготь. Отравил еще. У него отравительная атака есть. А, у моего, по-моему, нет Нидорана. Так, так, так. Не умрет же? А-а-а, добить, добить. Угли. Нидорину. Да, заменить, конечно. Стоп, а я Нидорина оставил, да? Ну ладно. Ратата. Так, гиперукус. Да, пинки эффективные. Пиджота. Против Пиджиота пинки будут, наверное, неэффективные. У него жало есть. Вихрь. Так, затачивается. Давай быстрее, вихрь еще. Готов. Надо Чермиллиона вылечить. А, все, побежден. Пока-пока, спасибо и до свидания. Так, не трогаться с места, лечить. А то там натравленный. А, противоядие. Да. Далее. А, не, ну все, в принципе, я не буду, наверное, лечить. Я просто пойду в этот покецентр. Тут недалеко.
А на велике на меня нападают вообще, интересно. Где тут он? Да, вот он. Да, извлечи. Такс. Так, опять я попутал. Сюда вот, да? Я не знаю, в пещеру, наверное, тогда можно зайти, что ли, если это просто, как бы, ну, чисто вот зайти и выйти, да, я так понял? Ну, что-то там найти, поймать. Успех или фиаско? Игроман Хьюго. Поливак. Ну, я знаю, кого я выберу. Глум. Спасибо, что полил цветочек. Дренаж. Ого. Вот это уже прикольно. Ну, не знаю. Будильник использовать? Или просто потерпеть пару ходов? Ну пусть там тогда спит пока. Ну, вроде тратит мало. Он же сам проснется. Вроде бы. Но эти просыпаются сами. Еще спит. Сколько спать-то еще будет? Просыпайся, наверное. Понятно. Похоже, без будильника он не проснется, да? Это нечестно. Так, давай, пока он опять не усыпил. Эй, куда? Не сумку. Так, дренаж. Ай, да ладно, ну. Это издевательство какое-то. Ладно, пусть там Пиджиотто он идет. Ну, правда, это неэффективно, наверное. Ну, хотя бы уровень одинаковый. Вихрь. Так. Еще вихрь. Быстрый удар. Пиджиотто 19 уровня. Хорси? Да, заменить. Пусть спящий выходит. Опять придется будить. Надеюсь, Хорси усыплять не умеет. Так, сумка. Так, пузыри, но это ерунда. Дренаж. О, ваншотом. И восполнил здоровье. Не следуй по моему пути. 1296. Да ты щедрый. Не трогай провода. Какие провода? А, инженер Берни. Вот почему про провода говорит. Магнемайт. Ну я понял, у него электрические.
Так. А пусть мяут. Когти. Поцарапают корпусом. Сходит с ума. Ахрум фрукт. Что? 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 Укус. О, понятно. Может, тединг что сможет? Какие у него хоть атаки, надо посмотреть. Электрошок. Это было весьма эффективно. Так, электрошок. Ну, ратата пусть попробует. Мне бы каменного, конечно. Так, гиперукус. Зубы сломает у него. Да что же, быстрый удар давай. У меня нет, по-моему, эффективных против него. Ну, не знаю, огонь. Да, да. Ладно, пробуем огонь. Чермиллион. Угли. А, да, огонь, понятно. Мяу 12 уровня. Еще угли мать? Да нет, теперь уже не буду менять. Угли. Ваншотом даже. Магнитон. А, ну давай еще угли. Все равно ваншотом, да, что-то это очень эффективно. Чермиллион 23 уровня. Зажигательно. 806. Неплохо денег стали давать за победу. Состязание. Хочу состязание. Мне вообще-то в пикет-центр уже пора. Джаспер. Беллспраут. Так. Ну, по идее, тут мед, мне кажется, будет нормально. Но придется это полечить. Отравление. Отравит? Отравил. Косяк. Насколько сильно страдает? Ну так сильно. Укус. Ну он 18 уровня вообще-то. А когти? Вот, когти нормально, кстати. Рост. Так, надо противоядие. Еще раз. Ну, сейчас, наверное, улетанет. Когти. О, нет. Так, Пиджота. Так, вихрь. Как он может в захвате вихрь вообще использовать? Ну ладно, не будем об этом. Одиш. Да, заменить. Пусть попробует Глум против Одиша. Какого уровня Одиш-то? 18-го.
Так, на него это ничего не подействует. Дренаж. Не может же паралич подействовать? Да ладно, может подействовать паралич на него? Ладно, Чермиллиан. Сейчас отраву он сожжет быстро. Угли. Далее. Просто когти. Это был шанс. Неплохо так денег вообще дает. Да я смогу сейчас купить там зелье и вообще 100-500. Икс-крепость? Что за икс-крепость? Повысить защиту покемону на поле. Эффект пропадет, если отозвать покемона. А, одноразово. Все, надо идти в покецентр. Да, о, не-не-не-не, случайно, это крестовина. Не очень. Так. Где там покецентр-то? Давай, лети. Так. Ну, я думаю, там я еще не всех тренеров обошел. Сейчас уже добью оставшихся. На велике, я так понял, не нападают, да? А, нападают. Опа, Дроузи. Ну, так его надо ловить. Почему он использует пинок-то? Усыпление. Благодаря способности бессонницы. Но в принципе может уснуть, я так понимаю. Или нет, или абсолютно бесполезно. Понятно. Дренаж. Ну вроде бы так. Можно, дренаж. Интересно, поймать его получится? Гипноз промахивается, дренаж. Ну да, я знаю, хороший, но... Так, дренаж. Поймать бы еще. Так, 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 можно ловить, наверное. Покебол. Отлично! Дроузи пойман. Дроузи, гипнотический покемон. Прекрасно владеет гипнозом. Дроузи считается потомком легендарного Баку, который, согласно мифам, ест сны. Так, с тобой я дрался? Да. Осторожнее, я прокладываю этот кабель. Что-то вот, а, это...
текстурка, ну спрайт, вообще не похож на то, что в бою Бракстон. Магнимайт, ну это понятно, опять огонь. Так, Чермиллион. Угли. Все, один только. По-электрически. Я не побеждал ни разу. Ну, честно, сейчас-то надеешься. Или это такой троллинг? Дариан. Гроулайт? А, Гроулайт. Ну, не могу почитать, потому что, ну, по-английски что-то мы прочитаем. То есть я перейти-то могу, но это будет коряво и некрасиво. Так. Надо будет на русском найти что-нибудь потом. Ну, вряд ли меня на 12 уровне сможет ему что-то сделать, но пусть хоть ударит один раз. Укус. Вообще, кошка против собаки. Так. Да, пусть поменяется сразу. Пиджота. Странно, что он с этим Гроулайтом ни разу не побеждал, но он врет. Вихрь. Так, вихрь. Так, ну быстрый удар. Так, еще что-то есть? Мяу 13 уровня. Вульпикс. А, так, огненный тип. Не, пусть Пиджиота пробует. Так, ну сейчас попробую тут почитать. Так. While Young is has 6 уже stealth. Ну, типа, пока он молодой, у него 6 хвостов. А потом, когда вырастает, несколько хвостов еще появляются, вроде так. На игру перевод отменяется не очень. Такое в реальном времени. Вихрь. Снова это. Камень. Трос? Это как я нашел там трос? Ладно, а это что за здание? Думаю, что придумать покемону хорошую кличку легко, особенно если у тебя целая команда. В Lavender Town живет один мужик, который оценивает клички покемонов. Он может помочь тебе даже переименовать покемона. Если тебе нужно в Лавендер, пройди через горный тоннель. До горного тоннеля можно добраться из Цирулина. Не, я пока что не хочу отсюда уходить. Так. А ты кто? Я чемпион класса, я каждое утро тренируюсь. Посмотрим. Ясу хочет сразиться. Ратата. 17 уровня. Ну пусть Мяу что-нибудь попробует сделать. Укус. Школота. А, класса. Я думал, класса, в смысле,
ну там класс покемонов или что-нибудь такое. Не о том подумал. Ой, мяут, по-моему, готов, да. Чуть заговорился. Ну пусть он ротата тоже выходит. Быстрый удар. Ага, ротата 17 уровня. А, нет, давай еще пусть ротата против ротата. 17-17. Гиперукус. Ого. А ты всего лишь толчок. Быстрый удар. Ретикейт. Нет, не хочу заменить. Попробую, рискну. Гиперукус. Ух ты ж. Хорошо, иди. Чермиллион. Больно. Так, угли. Обожжен еще. Неплохо. Мега коготь, но я думаю добьет. Да. Моим покемонам нужны еще тренировки. Так, 1000, да? Я никогда не проигрываю. О, противоположность тому. Ну, посмотрим, будет еще для тебя первый раз. Дирк. Волторп. Ну, Чермиллион должен сепелить его. Правда, что-то надо вылечить твоего Чермиллиона. Звукоудар. Промахивается. Ну, тогда все, угли лови. Магнимайт. Нет, я заменить не хочу, но вылечить хочу. Так. Зелье. Толчок. А, ерунда. Угли. Ты же говорил, что никогда не проигрываешь. Ну вот, поздравляю, первая фиаско. Great Ball? Интересно, интересно. Качественный, надежный болл, более эффективен, чем стандартный покебол. А что значит более эффективен? То есть я смогу поймать покемона более, как бы, еще сильного, который, то есть... Меньше шансов вырваться, что ли, у него, или что? Ладно, все. Иду в покецентр, и потом в эту пещеру. Потом после пещеры... Я не знаю просто, сколько она займет времени, эта пещера. И есть ли у нее другой выход, или я сюда же вернусь. Но надо будет проведать, как там Magikarp, наверное. Или рано. Так. Не знаю, ладно, пойдем в пещеру, надо сохраниться было пока. Пещера диглетов. И диглета я, конечно же, поймаю. Феноменально. Диглеты вырыли эту огромную пещеру. Говорят, по ней можно добраться до Виридиан-Сити. Подожди, а я где?
Ну, я имею в виду не пещеру, а вообще. А. Так. Авердиан. Вермиллион. Целадон. Стоп, стоп, Авердиан это. А, так это же начало самое. Да кошмар, там что, такая пещера длинная? Посмотрим. Так. В этих камнях что-нибудь может быть? Диглет 15 уровня. Интересно. Когти. Нормально. Еще раз как раз можно когти и потом ловить. Промахивается. Нет, когти давай еще. Обычный покебол. Все, Диглет пойман. Диглет – землеройный покемон. Прячется под землей на небольшой глубине. Перемещаясь, оставляет след из вспаханной земли. Ну, я не знаю, наверное, Диглета нет особого смысла качать. А, да, надо качать. Хорошо. Тогда придется взять вместо кого-то. Так. Ну теперь-то уже не буду его жалеть. В итоге укус слабее атака, чем когти. Ну да, логично, что по земле электроника не действует. Так, так, так. Придется изменить, потому что я думаю, над одним ударом может не добить. Ратата. А, подкоп? Ну да, но подкоп еще у Эконса был, поэтому я знаю, что это. Так, надо мяу-то вылечить, наверное. Я не знаю, где камни, но не буду, наверное, осматривать камни, вряд ли что-то есть. О! Так вот этого ловить надо было. Попробую, но правда он сильный, 29 уровня. Может он меня вообще сольет сейчас? Я не знаю. Попробую Чермиллион сразу. Слякоть. Неплохо. Метка снизилась. Ну-ка давай мега коготь. Промахивается. Мега коготь. Ой-ой-ой. Нет, я похоже вообще не могу против него ничего. Против него я не знаю, что эффективно. Промахивается? Да ты издеваешься. Глум? Пойман с песчаник. Давай ее усыпление. Ничего себе. Да ты вообще крут. Пять раз. Промахивается. Отлично просто. И все, готов глум. Нет, не готов. Ну почти. Надо валить.
Надо валить. Может, Пиджиота, он летающий. Не может быть отозван? Ну, не знаю, подыхай тогда. Дренаж. Да не, он сейчас все, он первым не походит. Кого я хотел? Пиджиота? Так, пескоструй. Вот, надо было, понятно, было летающего. Вихрь. И наконец-то я бы урон нанес. Ну-ка, давай еще пескоструй. А то он... Да, похоже, это вообще имба против него. Вихрь. Ой-ой-ой. А, это же неэффективно. Это же вообще, по-моему, ничего не подействует. Ну, только то, что я промахнусь. Так. Быстрый удар. Быстрый удар. Да, просто так несколько покемонов потратил. Хотя мог бы сразу Пиджиота взять. Опа, попадает, попадает. Ой-ой-ой, попадает. О, повезло. Повезло, что он пятый не нанес. Суперзелье. Быстрый удар. Фу! Ну что? Покебол. Может, грейтбол? Не, ладно, покебол. Не. Так. Вихрь. Понятно, добил. Ну ладно. Ну зато опыта куча, наверное. Не поймать. Надо было грейтбол, наверное, кидать в этом случае. Чермиллион 24 уровня. Да, по-моему, надо возвращаться. Так. У кого-то есть эта возможность? Так, у меня есть трос вроде бы. Или пробовать так выйти успеть. Так. Нет, я, наверное, сбегу. Понятно. Тогда ратата. Что? Ладно, на когти. 8 баллов. Землетрясение. А если нет? Понятно. Пиджиота. Вихрь. Чё-то пещера-то такая нормальная оказалась. Нет, я хочу Датрио поймать 29 уровня. Потому что качать этого долго, а там 29 сразу это классно. Надо было этот шарик использовать крутой. Может отсохраниться и опять сюда прийти. Да хотя он еще попадется, я думаю. Чем подкапывается-то все время?
Быстрый удар. Пиджота 20 уровня. Ураган. Да, заменить. Но я думаю, можно смело вихрь на ураган, да, менять? Сила 40, точность 100. А, подожди. Тут силы вообще нету. Заменить покемона противника. А-а-а. Интересно. Так. Вместо воровства? Я это вообще не использую. Я уже забыл, я уже спрашивал, но это была какая-то ерунда. Нести скоростный удар, так. Я думаю, на воровство заменю. Вуаля. Так, опять Диглет. 18 уровня. Не, какой Чермиллион-то, о чем? А, у меня потому что сдох мед. Опять. Мега пинок тогда. Дрожь земли. Да все. Надо было по умолчанию поставить. А ну-ка, если нет. Побег успешен. Жесть. Не, ну это жесть. Надо докачаться. Все, отдыхайте. Так, может быть взять Диглета? Надо посмотреть. А, может быть взять Дроузи? Ну-ка, так, что мне там? Да, Фарфетч-то вообще нафиг. Диглета. Не, хочу попробовать Датрию поймать. Так, ну да, я уже понял, что утку выкидывать. Попробуй Дроузи. Ну, Ротата я хочу хотя бы прокачать до эволюции. Потом уже можно будет сменить на что-то. Как раз таки на Датрио там, которого я поймаю. Так, ладно, пошли. Ротата и Мяут одно и то же. Но Мяут там это спецспособность. Ну хорошо, не, ну я пока... Сейчас-то мне не нужно ничего, а потом я поймаю, заменю. Так, по умолчанию поставить надо. Я тогда по умолчанию поставлю Ротата, чтобы он быстрее прокачался. Или Дроузи. Досье. Так. Пинок. Просто ударить врага лапой. Сила 40. Гипноз. Погрузить врага в гипнотический сон. Удачная атака усыпит врага. Запрет. Запретить врагу на несколько ходов использовать его последнюю атаку. Вот это классно. На 20 уровне? Так, смятение. Нанести не сильный психический удар. Врага можно запутать. Ну, три уровня осталось, в принципе. Но эта пещера не лучшая для прокачки, конечно. Так, еще раз сейв.
Так. Диглет. 17-го. Гиперукус. Не, а буду сразу менять на Пиджота. А, нечего тут земным делать. Дроузи. Дроузи. Ладно, пусть выйдет, хоть покажет, что он умеет. Я забыл про это. Быстрый удар. Тогда надо придется Пиджота поставить по умолчанию, а прокачивать Ратата буду потом. Бьет? Нет. Ну и просто быстрый удар. Все, тогда Пиджота ставлю по умолчанию. Так, опять Диглет. 15. Так. Ха, ураган. Но просто я его выкину, да? И опыта не получу, я так понимаю. Ну да. Бесполезно. Ну, относительно бесполезно. Для прокачки бесполезная команда. Вихрь. А, это вообще Яо. Просто пару ходов теряем и все. Так. Ну и быстрый удар. Что, давай где-то там Датрио. Так, 18. Вихрь. Опять подкоп. Вихрь. Быстрый удар. Опять Диглет. 16. Вихрь. Опять я закопается. Нет? Ничего себе. Я еще и быстрее. Дрожь земли. Подействует? Нет. Быстрый удар. Где Датрио? Нет, я буду сейчас Датрио ловить. Так, Диглет 17. Ну заодно прокачаю Пиджота. Вихрь. К тому же мне практически ничего не стоит здесь прокачаться, он по мне не попадает. Он может попасть, но он эту атаку не использует почему-то. О, уже ваншотом? Прокачка на лицо. Или там просто уровень был низкий, я не обратил внимания. Так, Диглет 18. Ну, вихрь. И еще раз вихрь. Угу. Быстрый удар. Пиджота 21 уровня.
А вообще, если по лестнице поднимусь наверх, то я уже вообще выйду из пещеры или только в другое место куда-то выйду? Интересно. Так, пихать. Вот он атакует наконец-то. Потому что 19 уровня догадался, типа. Или выучил просто атаку, не знаю. Быстрый удар. В принципе, можно пойти на лестницу, сходить, посмотреть, что наверху. Потом еще пуститься обратно. Так, вихрь. Быстрый удар. Диглет, да где же Датрио-то? 22 уровня? Ну, зато уже нормально, кстати. Так, пихарь. Резкие удары, вот он, ну, вот начинается. Эй. Эй-эй-эй, хорош. Так. Забыл, сколько суперзелий ему или зелья? Да, наверное, суперзелий надо. Да. Опять резкие удары. Ой, не-не-не, какая сумка. Быстрый удар. Выход. Ну ладно, что ты скажешь. Я пытался пройти по горному тоннелю, но там низги не видно. Вот был бы у меня... был покемон, умеющий использовать свет. Ну да, это выход. Ладно, глянем, в принципе, что тут. Ну это мы вышли, я понял, в самое начало. Упавший покемон не в силах сражаться, но вне боя он может использовать свои атаки. У меня есть мистер Майм. А у тебя есть Абра? Обмен? Не, у меня нет Абра. Нет, или у меня есть? Нет, у меня нет Абра. Я пытался поймать, но не вышло. Ладно. Так, я понял, если что, сюда за мистер Маймом идем, если Абру поймаем. Мне нужен кто-то, чтобы срубать эти деревца. По-любому. Смысл сюда было идти без этого вообще никакого. Ну давай, где ты там? Вот он. Какой уровень? 29-й. Итак. Вихрь. Так, промахивается. Вихрь. Неплохо. Как раз таки еще один вихрь, и у него чуть-чуть останется, да, я надеюсь. Не умрет он. Ой, как бы он сейчас меня не заумнил. Ой-ой-ой. Ах, блин. Да, выберу. А кого? А остальные-то дно. Чермиллион. Сейчас он какое-нибудь землетрясение сделает, и все. Так. Давай мега-коготь. Так, не попадет сейчас еще. Понятно. Мегакоготь. Да тупо сольется. Два раза.
повезло. Мало. Угли. Все, кидаю, в общем, этот мегабол, как его там, грейтбол. Ничего страшного, даже если впустую, надо попробовать. Да, да, 329 уровня. Фу. Датрио, землеройный покемон. В битве зарывается в землю, чтобы сбить врага с толку, а затем атаковать его. Фух. Вот это другое дело. Так, только у меня нет желания с дигритами сражаться. Без пиджиота. Но придется. Так, тогда придется полечить сразу его. А, суперзелье. Так. Давай там когти, все равно не попадешь. Мега коготь. Ваншотом. Так, Диглет. Ну давай, и угли. А, понятно. Без разницы, что использует. А, или попадет сейчас. Ух ты ж. Да. Еще лечение. А, надо было бить. Рыком-то. Ой, ну в смысле, он же не потратил я. А, блин. Мимо. Давай угли. Ох ты ж. Так, лечить. А, так, зелье. Придется, наверное, два зелья использовать. Да. Ну, вот уже лучше. Да ладно. 31 уровня, да, Трио? Отбежать я смогу. Побег не удался. А сейчас? Да почему? Он же под землей. Че так сложно убежать? Ну это слив. Понятно. А если нет? О, побег успешен. Фу. Да. Быстрее, где выход уже? Кто-то у меня мяут? Да это... смешно. Побег. Понятно, не даст бежать. Да понятно. Ладно, давай когтями. Дрожь земли. Ну все, по-моему, сейчас... Ух ты же, ваншотом. Дроузи? Но у него здоровья мало, он из одной атаки сдохнет.
гипноз. Если больше двух ударов, то все. А, не, не все. Он использовал 5 ударов, и это все. Да. Нет. Побег не удался. О, ратата. Быстрый удар. Ну все. Ратата, готов. Последний покемон остался. Нет. Побег успешен. Так. А мне лечить некого. Остался Глу, у которого полное здоровье. Остальные в ауте. Прикольно. Выход, выход, выход. Фу. Отлично. Выбрался таки. Еле-еле просто вообще не повезло. Все, давай, восстанавливай всех. Итак, пока било. Двигать. Ну можно пока, я все-таки не знаю, ратата хотел прокачать, поэтому можно пока Дроузи, наверное, оставить. Да. Да, Дроузи оставлю, потом заберу. Возьму Датрио. Вот. И все. Сохранить. А куда мне теперь? Так, я забыл, там справа что-то еще было же, да, вроде? Так, не, ну мне вообще, по идее, на корабль на этот надо, но... Цветаяна, роскошный круизный пароход. Раз в год она заходит в Вермилион. Добро пожаловать на Святую Анну. У вас есть билет? Эш показывает билет в круиз. Пожалуйста, проходите на борт. Ой. Ну ладно. Ну ладно, пойду, наверное, сюда, раз надо. Или все-таки... А че он такая маленькая? Или все-таки сходить? Ладно. Плаваю. На борту много тренеров покемонов. Они наверняка хотят, захотят с тобой сразиться. Давай качать ратата. Так, поставим. Добрый день, я официант на этом судне. Я буду счастлив служить вам весь рейс. А, вы великолепны. Так, что тут есть? Повара сражаются? Я видел в урнах какие-то фрукты. Great Ball еще нашел. Мы очень заняты, уходи отсюда. Ладно, ладно. Привет, я здесь шеф-повар. Основное блюдо – барбекю на углях. Надеюсь, гостям понравится. Да, я бы сейчас поел. Кнык-кнык. Я чищу здесь лук. Кнык. Ты знаешь о Снорлаксе? Редкие обжора. Ни один другой покемон не спит и не ест столько, сколько Снорлакс. Пум-ди-пум-ди-хо. Я здесь чищу картошку. Пум-пум. Я так занят, у меня кружится голова. Мне нужна своя каюта. Тише, я агент тайной полиции. Я иду по следу команды Р. Они что-то затевают.
Обожаю покемонов, а ты? Тайлер. Книдаран. 21 уровня. Так. Гиперукус. Нормальненько. Отравляет. Ого! Ну все. Да я не ожидал. Да, не ожидал. Датрио. Давай, рой судно. Дырку в полу делай. Подкоп. Ультанул. Нормально вообще. Датрио, походу, сильный будет очень. Вау, было круто. Я со своими детьми еду в кругосветное плавание. А это твое, я возьму. ТМ-31, прорыв. Так. Нанести крушащий удар. Сломает световой щит или препятствие. И кто это может выучить? Чермилион? Ну не, у него и так уже там атаки все нужны. Да? Какие у него там? Ну да, я не хочу ему ничего менять. Так. А саркофаг не может никто еще выучить? Датрио может. Так, а что там саркофаг? Остановить врага с завалом камней. Ну пусть выучит. А, стоп, так у него же 4 атаки, по-моему, уже есть, да? А, нет, это не надо. Так, а у меня там еще что-то было, секрет какой-то. В зависимости от типа поля могут появиться новые эффекты. Может выучить любой. Не знаю, пока, наверное, никому не буду давать, потому что непонятно. Так, что там еще? Семена. Так, наносит удар до 5 ударов за ход. Это глум? Надо дать. Так, вместо... Так, вместо столбняка, наверное, можно. Потому что все равно паралич как-то не особо там действует. А семена вон... Правда, сила маленькая, но это лучше, чем ничего. Вуаля. Глум забывает столбняк и машина готова. Глум выучивает семена. Так, рев. А, ну это уже есть рев у меня этот, как там, ураган у Пиджота. Дрожь воды направить. А, ну у меня нет водяных. Ладно, все. Свою коллекцию покемонов я собирала по всему свету. Н. Пиджа. Так. А почему у меня Чермилион? А, ратата валяется. Давай мяут. Знаю, тут есть вообще где полечиться-то? Так. Когти. Промахивается. Еще раз когти.
Так. Давай Глум новую атаку свою. Семена. О, как неэффективно-то. Ну хотя даже неэффективно, я потратила нормально. Ну-ка, дренаж. Нормально. Ну пусть Пиджиота выходит. Все по чуть-чуть опыта забрали. Вихрь. Нидоран. Да нет, пусть Пиджиота. Вихрь. И еще вихрь. Быстрый удар. И Пиджиота 22 уровня. О нет, ради них я объехала весь мир. Ради двух? Так, мне нужно... Этот покецентр тут есть такой на борту какой-нибудь? Или я выйти еще могу? А, он еще не отправился. Ладно. А когда отправление-то корабля, не очень-то понятно. В магазине, кстати, ничего не было для воскрешения. А то бы мне это пригодилось. Кстати, я с вами говорил. Я думаю, что покемон не может быть хорошим или плохим. Все зависит от тренера. Ну да. Нехорошие люди используют покемонов для совершения преступлений. Команда R, например, крадет редких покемонов. А покемонов, которых они считают бесполезными и слабыми, они не трогают. Так, покебол, сколько у меня покеболов там уже? 5 осталось. Ладно. Суперзелье. Стоп, нет. Сколько там? У меня только одно. 5 штук куплю. Так, противоядие. У меня 3, но еще 2 куплю. Антипаралич, еще 3. Будильник. Ну, давай еще 4. Антилед. 5 штук. Так, нету этого воскрешалки. Кстати, покемон стадион Вермиллион, лидер лейтенант Серж. А что-то я это, сверкающий американец. А я сюда-то не могу попасть на стадион. Только если это дерево-то срублю. Так, я хотел справа посмотреть, что все-таки находится. Я же случайно на корабль зашел.
О, дрози. А, гиперукус. Быстрый удар. О, ратата 18 уровня. А, вот этот дом, я хотел посмотреть, что это такое. А, я смотрел. Что-то во втором этаже. Привет, помнишь меня? Я один из ассистентов профессора Уока. Если в своем покедексе есть 30 полных статей, я дам тебе вещи-детектор. Ну что ж, Эш, позволь спросить тебя, у тебя есть 30 видов покемонов? Нет, по-моему. Зачем тут выбор? Они могли автоматически? Нет. Вижу. Когда поймаешь 30 разных покемонов, вернись и забери вещи-детектор. А у меня... 21. А, обнаружено 52. У меня есть Нидорина. А у тебя есть Нидорина? А, обмен, да не. Так, а это что, бинокль? Заглянем в бинокль. Огромный покемон спит посреди дороги. Церулин Сити соединяется с Лавендер Тауном, горным тоннелем. Стоит пройтись этим маршрутом. А, подожди, о чем ты говоришь? Только Конг, Лавендер Таун, вот это он. Так, ну что, сходить направо? Что тут у нас? А, Снорлакс спит. Понятно. А тогда остается только на корабль, поскольку эти деревцы я не могу никак срубать. Приходится проходить мимо стадиона. Экон с 15 уровня, неплохо. Гиперукус. Так. Быстрый удар. Так. Идем обратно на этот лайнер. Так, сейчас походим вначале по другим этажам, потом уже по каютам, потому что вдруг тут есть где лечить. Нет каюты. Наверху. Ты кто? Святая Анна, роскошный лайнер для тренеров со всего мира. В каждом порту на борт заходят приглашенные тренеры. Так, каюты. Опа. Бонжур, Эш. Не ожидал увидеть тебя здесь. Эш, тебя правда пригласили? Ты расширяешь базу своего покедекса? Я уже поймал 40 разных покемонов. Они тут повсюду. Просто нужно внимательно искать в зарослях. Так. Давай, Гарри, посмотрим. Почему у тебя только 4 с собой всегда? Пиджиота. 19 уровень? Ну, что-то ты не очень. Так, против Пиджиота поставлю... Чермиллиона. Угли. Что, парахиваться будет теперь? Ну давай еще угли.
промахивается. Угли еще. Попал. О, обожжен. Ну и все, когти. Промахивается, понятно. Ну, он сейчас уже просто от ожогов пойдет. Так, War Turtle? Ого. Так. Да, заменить, конечно. Gloom. Итак, значит, его этот Сквиртл эволюционировал в War Turtle. Дренаж. Странно, у него был Сквиртл 20 уровня, а сейчас War Turtle 20 уровня. Как так получилось? Дренаж. Супер эффективно. Да, я знаю, не зря выбрал Gloom. Давай дренаж. Gloom 22 уровня. Отлично. Кадабра. Да, заменить. А кадабра. Ну, пусть Датри уйдет. Пусть удивится. Восемнадцатого уровня кадабра. Итак, подкоп. Ага, запрет промахивается. О, ваншотом, ну отлично. Ретикейт. Заменить. Да нет. Хотя куда прокачиваться этому, так прям. Пусть идет. Какого уровня у него? 16-го. Ладно, рискну Мяута выпустить. Опасно. Когти. Ох. Ну, рискнул. Ничего. Так, Пиджиота. Вихрь. Еще вихрь. Ну и быстрый удар. Побежден. Ты хорошо тренируешь своих покемонов. Я слышал, что на борту есть знаток разрубания. Но он оказался стариком, страдающим морской болезнью. Разрубание — полезная атака, тебе стоит тоже ее взять. Пока. Так, это что за книжка? Как избавиться от морской болезни? Капитан это читает. Капитан. О, как неплохо. Морская болезнь. Даже бьет капитана по спине. Бдум-бдум. Фу, спасибо, мне уже лучше. Хочешь увидеть мой коронный рубящий удар? Я бы показал свое мастерство, если бы не был так болен. Знаю, ты можешь взять это, незримую меру. Обучи разрубание своего покемона, и ты сможешь наблюдать рубящие удары, когда захочешь. Ага, NM01.
Используя разрубание, можно срубать небольшие деревья. Испытай на деревцах возле Вермириона. Ну, наконец-то! Наконец-то! Только кто это сможет учить? Так. Датрио. Глум. Мяут. Ратата. Ратата я скоро уберу, поэтому... Нет. Так. А у Датрио какие там атаки? Ну, я забыл, может, что-то можно убрать? Песчаник. Поймать врага, песчаную ловушку. Забрызгать. Так, снижать меткость. Так, вот так. Не знаю, только если... Да нет, тут ничего не хочется убирать. Не-не-не. Глум? Нет. Чермиллион? Нет. Ну только если Мяуто. Вот. А! Так причем я могу... Сколько угодно, что ли, учить? Я не понял, странно. Ну ладно. Ну все, спасибо, мужик. Пойду теперь. Не, надо теперь тогда со всеми сражаться. Привет. Капитан сказал, что заболел. Он такой бледный. У многих здесь морская болезнь. А я думал, вы сражаться будете. Мы с папой думаем, что зона сафари великолепна. Посети зону сафари в Фуксия Сити. Там можно поймать некоторых редких покемонов. Обязательно. Я не видел тебя на вечеринке. Дейн. Наратата. 18 уровня. И у меня 18 уровня. Гиперокус. Нормально. Быстрый удар. Пикачу? Да, заменить. На Дактрио. Так, подкоп. Попаду, нет? А, все равно. Ваншот. Успокойся. Ты предпочитаешь сильных или редких покемонов? Ну, вообще редкие обычно сильные. Джентльмен Ламар. Гроулайт. Так. Гиперукус. Так, отлично. Еще гиперукус. Промахивается. Опа.
Интересный вариант. Вихрь. И быстрый удар. Панита? Да, хочу заменить. Против Паниты. Пусть опять это та выходит. Итак, гиперукус. Он, ну, нормально. Быстрый удар. Ой, это больно. Быстрый удар. Еще один остался. Ох, быстрый удар. Все. Ратата, 19 уровень. Поздравляю. Ну, неплохо, 1200 рублей за победу. И X-натиск еще я у вас украду тут. Что такое X-натиск? Повысит атаку покемона на поле. Эффект упадет, если отозвать покемона. Ну, я понял, но это на боссов надо оставлять. Ну, на лидеров стадиона. Так. Я видел, как какой-то покемон переправлял человека через реку. Небольшие деревья можно срубить, использовав разрубание. Но помни, разрубание — это NM-технология. Это легко выучить, а вот забыть трудно. О как. Смотри, кого я выловил. Чё, Маджикарп, что ли? Дейл. Голден. Глум. А, дренаж. Ого. Полил цветочек. Сейчас восстановлю себе здоровье заодно. Отлично. Полное здоровье, а у него пустое. Тентакул? Так, пусть ратата выйдет. Такой тентакул. А, тентакул. Все, понял. Так. Не, тогда обратно глум. Ну я просто ратата, чтобы опыт получил. Дренаж, естественно. А что-то так не особо прям эффективность. Ну-ка, семена. Ну так себе. Сам по себе атака слабая. Давай тогда все-таки дренаж. Теперь можно семена. Все равно у меня полное здоровье было. О, третий удар. Добил.
Так. Голден. А, нет, не хочу заменить. Ну-ка, давай усыпление. Так, отлично, усыпил. Ну, теперь дренаж. И второй раз дренаж. Я думаю, будет достаточно вполне. А чё так быстро просыпается? Ну ладно, нормально. Все в ауте. Конкуренция с молодежью подстегивает меня. Броукс. Пикачу. Так. Ладно, Ротата надо вылечить тогда. Вообще, конечно, надо бы этого... Доктора использовать, но он и так прокачанный, смысла не очень надо. Ой, нет, ладно, придется. Итак, резкие удары. Неплохо. Причем Пикачу-то 23 уровня, не слабый. Так, зато он меня парализовал. Хороший бой, я словно помолодел. Я это заберу. Пепел звезд. Что такое? Пепел звезд. Красивый красный песок. Стоит дорого. А, ну в общем это что продавать. Ну я понял. А, тут еще наверх можно, кстати, сходить. Ладно, сейчас я вылечу вначале. Так, зелье. Ра-та-та. Ой. Не туда использовал, но, по-моему, ему тоже надо было, да? Ну, 8 пунктов всего, ну ладно. Ратата. И еще одна. Все равно там денег довольно-таки много. Так, зелье. Пиджиота. Зелье Чермиллион. Так, зайду в последнюю каюту на этом этаже. Я очень много путешествовал, но ни в одном своем походе я не видел, чтобы какой-нибудь покемон спал столько, сколько вот этот. Так, что тут? Наш капитан — мастер меча. У него блестящий рубящий удар. Говорят, он учит покемонов разрубанию. Ну и да, я уже был у него. Ага, палуба. Вечеринка кончилась, судно скоро отчаливает. Эй, давай-ка устроим поединок.
Моряк Эдмонд. Мачоп. Черт, Ата справится? Гиперукус. Промахивается. Ух. Быстрый удар. Тоже неплохо. Еще быстрый удар. Ой-ой-ой, да, плохо-плохо. Ну ладно. А, это было про Лича вылечить доктора. Быстрый удар. Кого? Шелдер? А, это ракушка. Заменить? Да нет, ладно. Вихрь. Не очень-то эффективно. А, быстрый удар. Пиджота сходит с ума. Быстрый удар. Замешательство. Что, не будет видеть, что ли? А в чем разница, я не понимаю. Не дурно. Так. Эй, на палубе, морская болезнь? Почему тебя ГГ обманывает? В смысле? Так, Тревор выбирает матчопа. Давай угли. Пишет стрим офлайн, без понятия. Ну ты же слышишь меня, то все идет, да, работает. Угли. Так, тентакул. Заменить, да. Глум. Ну это значит что-то сам Good Game косячит. А, ну да, видно что-то он такой не очень. Дренаж. Ну потому что стрим же работает, у меня 0 дропсов, все там, скорость нормальная и так далее. Бьет себя. Дренаж. Так, что-то не очень-то эффективно, но все равно, давай. Жало. Так. Ну, как-то не очень. Ну ладно, пусть будет. Сейчас уже атаки закончатся, надо придется идти обратно в этот покецентр. А, ну я сейчас в любом случае пойду туда, потому что там еще куча деревьев неразрубленных. Потом, в общем, я уже понял, я потом сюда вернусь не скоро. Каменных покемонов еще пойду ловить, которых я вначале пропустил. Унц-унц? Дренаж. Что такое унц-унц? Или ты про музыку? Сколько еще будет стрим? Не знаю. Топор дурак, или табак? Сколько будет стрим? Ну... Я думаю, полчаса еще точно. Глум 23 уровня. Я был неосторожен. Так. А, типа ты потом хочешь застримить, да, Тор? У,
морская болезнь. Я вышел сюда, чтобы подышать. Ладно, один чел остался. Драить палубу — самая неприятная работа. Ну да, ты прав. А, с этим я разговаривал? Да. Ну все. Так, а тут что внизу? Что-то я уже забыл. А, да-да-да-да. Тор, почему тебе нравится эта игра? Я не понимаю. Ой. Ой. Я на нижних палубах не был. Косяк. Ну косяк, чё. Корабль ушел. Да. Ну и ладно. Подумаешь. Мяут использует разрубание. Отлично. Так, идем в покецентр. Там упоротая музыка. Она, видимо, эта упоротая музыка коррелирует с твоей упоротостью, да? И все хорошо получается. Так, пойду там покеболов еще накуплю. И отправлюсь очень далеко. Ненадолго. Еще 5 штук куплю. Да че 5? 10 штук еще куплю. Суперзелье. А давай 10 штук еще. Да, я потрачу почти все деньги, ну и что? Все равно мне больше ничего особо тут не нужно. А, продать. Так. Самородок, да? Мне же не нужен ни для чего, только чисто деньги, чтобы взять. И вот еще пепел звезд. Просто написано, стоит дорого. Значит, только для продажи. Кусок чистого золота. Я дам за это 5000 рублей по рукам. Ну ладно, продам, в принципе, почему нет. А вдруг мне потом кто-то дороже предложит. Мне сейчас деньги не нужны, не буду продавать пока. Зачем? Когда вот понадобятся реально деньги, и их не будет, ну тогда продам. Я не знаю, идти к... О, деревце выросло. Я стадион-то идти? Стадион. Нет. Потом. Иду теперь... Так, это мне нужно к этим диглитам опять в пещеру идти. И, наверное, после стрима, ну, не сразу, а когда-то там, в общем, до следующего стрима, покачаюсь все-таки. Надо было сохраниться. Вот. Так, ртата. А я не понял, ртата, ты можешь что-то ему сделать, или тебя сейчас сразу заунят? Давай быстрый удар. Резкие удары, промахивается, отлично. Быстрый удар. Все. Не знаю, повезло, не повезло. И ратата 20 уровня. Готовность. Первый пройден. Так, готовность вместо хвостомаха по-любому. А, или вот вместо толчка. Потому что это то же самое, что быстрый удар, только медленный. Еще и слабее. Хвостомаха тоже не использую, но... Ну ладно, вместо хвост... Ладно, вместо толчка все-таки выучу.
Азазель левел получил. Отлично. Что такое? Ратата эволюционирует. Ну наконец-то. Наконец-то я докачал Ратата. Как же это долго было. Великолепно, твой Ратата эволюционировал в Ретикейта. И пытается выучить еще и Лик Ужаса. Так, да, заменить. Испугать врага страшным лицом, снижает скорость, а это снижает защиту. Ну, отлично, заменим в кустомах. Так. Сохранить. Дигр это такой. Не, ну мне теперь, в принципе, ретикейт не нужен. Ну ладно, пусть попробует. Быстрый удар. Неплохо так. И быстрый удар еще один. А теперь ретикейт и сильно стал. Какого уровня? 17-го? Ну это вообще ерунда. Ну-ка, гиперукус. Ваншот. Ну давай, 15 уровень, да, за ваншот уж. Так, далее. Все, комбат так трех вылезет опять. Не, а, не, кто-то вылез. Не, Диглет. Интересно, хватит на ваншот? Гиперукус. Хватило. На велике по лестнице поднялся, норм. Так, пересохранюсь здесь еще раз. Итак. Два пути вниз. Ну ладно, давай вниз сходим. Да, срубить. Мяут. Отлично. Я походу в палец вообще вернусь, что ли? Пройти горный тоннель можно только с покемоном, освещающим путь. Привет, помнишь меня? Я один из ассистентов профессора Ока. Если в твоем покедексе есть 10 полных статей, я дам тебе NM05. Ну что ж, Эш, позволь спросить тебя, у тебя есть 10 видов покемонов, да? Отлично, у тебя есть 22 вида. Мои поздравления, вот, держи. NM05. Контейнер. NM05 содержит незримую меру, свет. С ее помощью можно озарить светом самую темную пещеру. О. Второй брать. Эфир. Что такое эфир? Наверное, типа что-то маны, да, восстанавливают? Чем-нибудь такое. Ну, не мана, а вот это вот. А, да. Распределитель с медицинской жидкостью восстановит 10 ПП одной атаки одного покемона. Короче, восстановитель МП. Антипаралич. Так, а слева что у нас? Давай, мяут. А, ну да, это же начало самое. Наконец-то я могу вернуться.
Но там вниз еще что-то было. Почему дерево так зарастает быстро? Тут как-то глупо. Ага. Ой. Жалко, мяут не прокачивается, пока разрубают деревья. А, это я в Виридиан приехал. Так. Ну что, сейчас вернусь прям в палец, самое-самое начало, и оттуда пройдусь, посмотрю, где деревцы вот эти еще есть. Не, ратата, третий уровень это не катит. Просто быстро ударю, все. Для него опыта, наверное, вообще не дадут. 24. И вот я дома. Смотрим, есть ли тут деревья эти. Может, колку зайти. Рад тебя видеть, как дела у этого покедекса? Позволь мне взглянуть. Так, база этого покедекса. 55 покемонов обнаружено и 22 поймано. Ну что ж, в твоем покедексе еще много свободных страниц. Попробуй поймать новых покемонов. Почему такая музыка сыграла, как будто бы я открыл что-то. Прям вот гениально, что я не знал, что мне нужно поймать еще новых. Ну ладно, тут, наверное, ничего. Ок, следующий город. Смотрим. Пиджи второго уровня, но это мощно. Так, надо поменять дефолтного покемона. Кто там у нас? Мяут слабый. Сместить. Так. Конечно, я могу использовать этот спрей, который я, по-моему, даже не купил. Ну-ка, разрубание. Промахивается? Не, ну реально, тебе не надоело проходить тоже? Я не знаю, по-моему, игра настолько наркоманская. Ну там для интереса один раз за все время пройти еще ладно, но два раза за пару часов, ну я не знаю. Так, что тут у нас? Ладно, в покецентр зайдем. Выкинем ретикейт, наверное. Ну, не выкинем, а оставим на хранение. Вот, а за место него возьму... Кого? Так, команда. Ретикейт. Оставить. А, вместо него Дроузи. Что мне не нравится, она короткая, ну... Много есть коротких игр, ну Супер Марио первый короткий. Так... Не буду жалеть слот сохранения. Почаще сохраняться лучше. Так, магазин. А, вот, сюда я не мог пройти точно. Что тут? Я? А, то есть, а? Я опять ходил во сне. Я видел сон про то, как Дроузи ел мой сон. И теперь я знаю, какие сны. Давай я научу твоего покемона есть чужие сны, тогда я смогу об этом забыть. Давай. Давай, Дроузи пусть учит. Мяут может? Прикалываешься?
Дроуди знает уже 4 атаки. Так. Так, во-первых, поедание сна. Сила 100. Точность 100. Поглотить энергию спящего врага. Восстановит HP на половину урона. Ничего себе. Так. Смятение, запретки. А тут даже непонятно, а что же, собственно, убрать? Смятение убрать. Да, наверное, смятение беру, потому что это классное поедание сна. То есть я использую гипноз, он засыпает, и использую поедание сна и крышка ему. Ну или, по крайней мере, себе восстанавливаю целую кучу. Ладно, смятение убираем. Я больше не могу есть. А я бы поел сейчас. А, там у нас слева, я помню, этот... в общем-то, стадион. Ну, не стадион, а этот... плата Индиго. Тут ничего вроде бы. Да. Дальше идем тогда. Так, отсюда я пришел. Вердянский лес. Так, тупик. Это у меня есть. Когти. Ну давай, давай, два уровня осталось. О, сюда я не ходил вообще. Какуна. Когти. Ух ты, даже еще выжил. Ну еще когти. Мяут 14 уровня. Покебол. Нормально. Не, на вас прокачиваться нет смысла, поэтому... Конечно, тут бы спрей бы, наверное, понадобился. А вдруг мне попадется кто-то, кто... Ну, мне еще не попадался, я-то поймаю. Но это не Катерпи явно. Просто, да не знаю, ну ладно. Вроде бы опыта хоть чуть додают, поэтому, в принципе... Так, какуна 5 уровня. Че, ваншотнешь? Нет. Ну, теперь уж точно добьешь. Забыл, куда тут идти-то надо? Направо, да, куда-то? Так. А нет, налево тут надо, а справа что-то надо посмотреть. Я в тот раз, по-моему, пропустил это место вообще. Ага. Я, может, и маленький, но не думаю, что меня легко победить. Вот, я даже нашел этого тренера, с которым не сражался. Энтони. Ну чё,
Катер 57 уровня вообще ни о чем. О, хотя выжил. Но это ничего не значит. Опыта чуть больше дали. Катерпи 8 уровня. Давай укус. Почему укус слабее атака? Для чего она нужна? Она быстрее по скорости, что ли, или чего? Ну, наверное, это как быстрая атака, скорее всего. О, ничего не выходит. Да ладно, не обращай внимания. Я просто прокачался уж немного. Давай, укуси кокон. Ну и когти. Чё, пятый пройден? Видимо, еще нет. Визл 4 уровня, но это ни о чем. Во, да ладно, Пикачу. А, подожди тогда. Так, кем бы его слабым атаковать? Дроузи? Точно, Дроузи вообще его усыпить просто может. Электрошок. Гипноз. Промахивается. Гипноз. Спит. Так. Покебол. Отлично. Пикачу пойман. Пикачу, мышиный покемон. За его щеками спрятаны электрические мешочки. В случае опасности Пикачу использует весь накопленный заряд. Так, кличку нет. Вот так вот можно встретить тут интересных покемонов. Среди всяких слабаков. А, когти. Так, вышел. О. А, ну это я всего лишь вернусь. Всего лишь вернусь к Дигглю там. Ок, это мне не нужно. Так. Пьютер Сити, что тут у нас было? Мне даже в покецентр не надо, меня там потратили-то вообще ни о чем. Я не знаю, Пикачу надо ли брать? Электрический покемон. Так. А у меня... Так, чтобы заменить. Глум, Чермиллион, Мяут. Да не, наверное. Или Дактрио заменить, потому что он, в принципе, сильный, но он зачем мне сейчас нужен? Прям вот для прокачки-то он не нужен вообще. Да, наверное, пойду Дактрио заменю на Пикачу.
Вначале вылечу всех. Сейчас как раз дойду до лунной пещеры и на этом буду стрим заканчивать. И перед следующим стримом я... не знаю, стоит ли за кадром ловить их покемонов. Ну как бы хотел бы, конечно, половить и прокачать. В принципе, главное же по сюжету не продвигаться за кадром. Так, Дак Трио давай пока оставим. Отлично. Так, надо еще не забывать, что у меня там Magikarp прокачивается. Jigglypuff вообще классно. Не хочешь продать? Что-то я не заснул. Что-то там Тор, по-моему, крабит. Не может пройти уровень. Так, тут у нас, понятно, стадион. Музей какой-то бесполезный абсолютно. А, вот, сюда я не ходил. Загадки космоса, загадки нашей планеты. Мы еще так мало знаем. Но мы должны учиться дальше, нельзя выбрасывать полотенце. А, пятый пройден длинный, ну ок. Единственное, что можно бросить. Слушай, как насчет сейсмоброска? Хочешь, я научу твоего покемона сейсмоброску? Нет, мне надо вначале каменного поймать. На нашей выставке есть две окаменелости древних покемонов. Эй, послушай, что я скажу тебе. Я думаю, в этом куске янтаря содержится ДНК покемона. Если нам удастся возродить древнего покемона, это будет величайший научный прорыв. Но мои коллеги не разделяют моей уверенности, так что я прошу тебя помочь мне. Пожалуйста, отнеси этот кусок янтаря в лабораторию покемонов на острове Циннабар. Хорошо. Так, доверился первому встречному, норм. Это служебный ход, едем сюда нельзя. А, ладно, уж ты знаешь такое янтарь? Ну, да. Думаю, что в янтаре может содержаться генетический материал древних покемонов. Я слышал, что существует лаборатория, где пытаются возродить покемоны из янтаря. Да. Опять дерево заросло. Ну... С вами всеми я уже дрался. Так, тут у нас... Вот. Вот. Приехали. Так, убери свой велик. Ну, в общем-то, на этом я сохраняюсь. Стрим я завершаю. Вот, и к следующему стриму, не знаю, как получится, может немножко, может много. Во-первых, прокачаю покемонов. Во-вторых, поймаю в этой пещере каменных, каких найду. Ну, вообще, короче, всех, которых у меня нету в этой пещере, поймаю и, может быть, еще и прокачаю. Но опять же, это в зависимости от того, сколько у меня будет времени поиграть вне стрима. И не знаю, когда будет следующий стрим. Чуть-чуть не успел. Ну, я и так уже играю 3 часа с половиной. Вот, так что
Вопросы, если есть, замечания, предложения, жалобы, можно задавать. Ну, 5 минуток, не знаю, а какая разница? Какая разница-то? Ну, для FF, да. Я не пойму, в чем это суть, чтобы тебе именно доиграть. Не, ну я могу, конечно, пойти кого-то пока поймать, мне как бы не горит. Напишу пройдено. Ну ладно, пойду кого-нибудь одного поймаю, так уж и быть. Мне как бы не влом, в принципе. Не, на самом деле я могу еще минут 20 играть, но просто уже подустал, как бы. Восьмого уровня зубат, ловим. Надеюсь, я не убью его с одного удара. Но еще их тут полно. Так, интересно, поймаю с таким здоровьем. Покебол. Все, зубат пойман. Зубат, ночной покемон. Не имеет глаз, в пространстве ориентируется с помощью ультразвуковых волн. Так. Тут полно всяких покемонов. Вот. Джадут, 8 уровня. Неэффективно, зато можно довольно точно потратить здоровье. Когти. Ой-ой-ой, критический удар. Когти. Неэффективно. Интересно, поймаю? Нет, еще один удар попробую. Ну, если что, тут их полно, опять же. Отлично. Так, сумка. Покебол. Все, Джадут мой. Джадут, скальный покемон. Его легко поднять благодаря сферической форме. Некоторые люди играют Джадудами в снежки. Нормальные такие снежки. Прилетело, потом в реанимации лежишь. Ну что, кто тут еще? Не, опять зубат, не надо. Выкачивает. Тор, давай быстрее, я жрать хочу. Что тут у нас? Так, надо бы мяуться полечить, наверное. Пройдено, ну, наконец-то. И это, ну, no death, да, ну, то есть, типа, на стрим вообще не получается, а тут уже второй раз подряд. А потому что тебя на стриме, наверное, троллят там, в чатике. И вообще, наверное, потому что читаешь чат. О, парас. Так. Ну, сейчас уж поймаю тогда. Сегодня четвертый раз. Да. Да что это? Какой не может пошевелиться? А, Пикачу. 3 уровня. Оо, сейчас так чувствую ляжет. Электрошок. Ой-ой-ой, это неэффективно. Ладно, я понял.
Дроузи. Фух, еще тыкать надо. Да ладно, парализовал. Да это издевательство. Пиджиота. Ну что такое, я не могу какого-то там... Ты издеваешься. Лол. Нет, у меня есть антипаралич, но... А вот Глума-то он не сможет парализовать? Или сможет? Ладно. Прикольный. Ой, так. Семена. Да. Да, восьмой левел зарешал всех. Нет, он же не зарешал, а именно паралич, то есть он же не убил их. Тратит-то он очень мало. Ну-ка, усыпление. Ты достал уже что-то. Отлично. Так, дренаж. И еще дренаж. Ну, значит, что этот пара стоящий покемон, чтобы его поймать, раз он вот так сопротивляется. Дренаж. Ну что, ловлю. Причем он надолго так заснул, прикольно. Ой, а что я затупил? Он же когда спит, я уже мог его ловить. Я, да, затупил. Ну все, пара спойман. Парас, грибной покемон. На его спине растут грибы, которые называют Точукасо. Грибы растут вместе с покемоном. Так, кличка нет. Да, сейчас его... Ой, надо выйти из пещеры теперь. Да, мяут в проличие. Когти. Да и что такое? Еще кто-то не имеется. 10 уровня, нормально. Да, дренаж действует на камень и на воду. Очень эффективно. Мелод 15 уровня. Вот, ну все, иду лечиться. В общем, на этом стрим заканчивается. Опять повторяюсь уже. Так, значит, можно задавать вопросы. Жалобы обязательно. Предложения. И в чате я пару минут, как обычно, еще сижу после стрима. Когда стрим? Не знаю, когда стрим. Скорее всего, вряд ли в течение недели будет. По крайней мере, с утра. Так что, скорее всего, надо про выходные, думаю. Предложение скачать всех 89 левел, 99 левел.
Ну, как бы, предложение-то принимается, но вот насколько оно осуществится, это вопрос. Вот, так что... Все, в принципе, тогда всем пока. До следующего стрима.